Свыше 213 тысяч земель в Алматинской области возвращены в госсобственность. Вернуть эти неиспользуемые и выданные с нарушениями сельскохозяйственные угодья помогли члены партии «Аманат». Всего за полтора года по стране возвращено 10 миллионов гектар земель. Это дало мотивацию казахстанцам заниматься сельским хозяйством и разведением скота, отметили сельчане Алматинской области во время встречи с членами республиканской комиссии ЖЕР «Аманата». Она прошла в селе Масак Енбекши-Казахского района. Дефицит земель, нехватка колодцев, низкий уровень субсидий, цены на дизельное топливо. Эти вопросы подняли фермеры села Хастая Ултарахова Енбекши-Казахского района на встрече с членами партии «Аманат». Вопросом нехватки сельскохозяйственных и пастбищных земель партийцы занимаются уже полтора года. За это время в госсобственность возвращено 10 миллионов гектаров земель. 213 тысяч из них в Алматинской области. 10 миллионов гектаров земель были возвращены за полтора года. В соответствии с поручением главы государства можно с полной уверенностью сказать, что данная земельная комиссия восстановила справедливость, поскольку земли, которые были переданы незаконно, а также неиспользованные земли, мы с помощью суда при помощи комиссии возвращаем. Ранее местные жители обращались в партию с жалобами на нехватку земельных участков, в то время как расположенный рядом с поселком крупный земельный участок на территории отрога Бугаты Заилийского Алатау ушел в частные руки. Как результат, при содействии комиссии Жераманате свыше 2000 гектаров земель изъяты в госсобственность и переданы в общее пользование. Эти меры дают мотивацию казахстанцам. Все больше людей изъявляют желание заниматься сельским хозяйством и разводить скот, говорят фермеры. Слово «село» сейчас первоочередное. Мы этому рады. Спасибо вам за работу в этом направлении. Земли возвращаются, значит, возвращается и вера. Вера в будущее села. А ведь село насытится, а затем отдаст сполна. Теперь мы будем иметь возможность возвращать. Хвала Аллаху, наша вера растет. Члены республиканской комиссии Жераманате отметили, проблема пастбищных угодий актуальна во всех уголках Казахстана. Возвращено более 10 миллионов гектар сельхозугодий. Мы основную цель и задачу именно возврат сельхозугодий, пастбищных сельхозугодий мы реализуем. Конечно же, основная задача наша, это в первую очередь, обеспечение пастбищными угодьями сельских населенных пунктов. Вот. В связи с этим сейчас в мажилисе парламента рассматривается законопроект о внесении дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам пастбища. Там рассматриваются очень важные поправки, в частности, стимулирование местного населения при участии в конкурсах, добавление дополнительных баллов. Вводится такое понятие, как общественное пастбище. Члены партии «Аманат» в рамках предвыборной программы в ближайшие три года намерены вернуть в собственность государства 260 тысяч гектаров земель в Алматинской области. Сегодня этот план выполнен на 82%.